Sunny? Yes. Hello, Kazakhstan. How are you? Halledio, hamsillara, kılıçlara, dükkan kapattı. Hayır varlısa. Hello. Мужчина, парень, турок. Всем привет из Стамбула. А сейчас я нахожусь на уличном базаре, который вот сбоку египетского базара. Здесь вход в египетский базар сбоку. И здесь рестораны, уличная еда, уличные магазины. Уличный базар. Давайте здесь прогуляемся. Тач, магазин. Текстиль, полотенце. Турецкий текстиль, чемоданы. Здесь обувь за 50 лир. Любая обувь. Столько народу. И здесь вот начинаются ряды, где продается одежда, сумки под бренд, одежда под бренд, а вот шарфики. Ich sage euch, wie es ist, ne? Ремни. Сумки мужские. Hello. Очень много мужской одежды. Худи, футболочки. Здесь вот кофточки, все цены указаны, рубашки полу 100 лир, футболочки за 100 лир. Здесь посуда очень красивая. И вот маленькие чашечки. Кружечки, тарелочки. В восточном стиле посуда. Для кофе. Чашечки. Очень красивая посуда. И здесь столько всего, лампы, сувениры. Вау, какие вазочки. Come.
ekmek orada mı ya? Şey vardı, pide vardı. Ya ya. Aya mentson. La la, hayl ek, elekse. Kardeşimini koptardım. Pijamy. Здесь очень красивые пижамы брючные. И расцветки такие приятные. Вот брючный костюм, пижама. Цветочек. А вот здесь вот красивые в разных расцветках. А по цене 250 лир. Есть также плотные зимние пижамы. Больших размеров пижамы 130 лир. Даже есть принт TikTok. Прикольно. Сердечко. Where are you from? Kazakhstan. Really? Yes. Hello, Kazakhstan. How are you? Здесь готовят мокрую халву. Горячая мокрая халва. Так, а сколько стоит? Сейчас узнаем. Фисташковая халва по цене 19 лир. Вот такой стаканчик. Сейчас я иду вот с этой стороны, здесь вот пижамы мы прошли, и хотела показать, вот здесь вот прямо можно пойти. Базар просто огромный, уличный базар, вот можно прямо пойти, либо вот направо, вот сюда вот прямо, либо в эту сторону. Огромный базар
Здесь можно даже заблудиться. И вот так вот, в общем, покажу. Этот ряд, он такой широкий, пошире, чем другие. И здесь прям в ряд идут магазины, где продается обувь детская, мужская, женская, кроссовочки модные. Мировой бренд Prada, Nike, Balenciaga. Сейчас покажу вам смешную вещь, прикольную. А здесь даже манекены похожи на турков. Разве не похожи? Мужчина, парень, турок. Чемоданы, сумки дорожные. Здесь разливают чай, продают чай. Кофе. Очень большой магазин. Сумочки, рюкзаки под бренд. Мировой бренд. Все нужно спрашивать, цены не указаны. Очень много мужской одежды, детской, сумки. Детская одежда вот здесь. Платьюшки за 50 лир, за 80. 100 лир, вот указано, что последняя цена. Футболочки с надписью «Стамбул», детские, мужские, «Адидас», маски, вот цветные маски здесь, детские маски, 5 лир маска.
Здесь 10 штук. А, нет, 8 штук. 8 штук, 5 лир. Beycan! Oradalar orada say. Beycan! Arkadaşlar yılanlar korkuyor, yılanlar bile. Abi bir getirsene.